Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в МТА на сервере This My Life RP. И в этой серии я хочу сделать внешний вид дома, приукрасить его там, не знаю, посмотрим чем. И хочу начать отсюда. Не знаю, что сюда поставить. Я забор таки не научился ставить, ну, в принципе, он не особо нужен. Так, заборы, двери, свет. Лампа. Светильник. Давайте попробуем лампу херачить. Так. Пробую на эту штуку поставить. Её. Так, и давайте на другую сторону. Оно примерно одинаково, да. Так. Так вот. Что там? Так, ну, в принципе, более-менее, в принципе, да. Давайте здесь дорогу, наверное, еще сделаем. Из этой штуки. Чтобы было красиво просто. Красиво, чтобы было. Так. Ладно, тут не, ладно, не будем. В принципе, вот так вот нормально. Давайте поехали наверх. Будем там уже что-то химичить наверху. Так, заезжаем на нашем GTR. Я пока машину убрал, чтобы они не мешали. И сейчас мы будем строить. Так, его можно убрать, в принципе. Я тут уже заборчик поставил, это уже давно, дня 3 назад, 4. Не, даже больше, дней 6 назад. Я его поставил, и он здесь и так и стоит. Хочу сюда заборчик поставить, чтобы никто не заезжал. Так, заборы. Забор. Так, вот этот подойдет, кстати. Блин, это его регулировать неудобно, конечно. Потому что он какой-то тупорылый. Блин, я ничего не там забор поставил. Я вот эту хрень не туда поставил. Сейчас мы уберем. Не знаю, интересно вам или нет, я не решил не обрезать, в принципе. Блин, как на него навести? О. Так, сюда сделали, чтобы никто не заезжал. Посторонний. Ну, здесь, в принципе, парковаться можно будет. Так. Здесь у нас все хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас есть из двери, свет, свет, светильники. Блин, куда эти светильники засунулись? Вот эти столбы, куда я поставлю? О, блин. Объекты, КПП, будка, кондиционер, экран, материалы, панель, материал. Так, материал, конструкция, стена. Так, вот с конструкциями надо что-то поделать. Стена, колонна, колонна. Может при въезде поставить сюда? А нет, сюда это бред. Это будет бредом. Блин, тут нету ни диванчика, тут очень маленькая ТСТ.
Поэтому так сложно что-то делать. Так, стоп, стоп. Луч. Так, труба. Автомобильная. Что это такое? Док. Так. Ступеньки, ступеньки. Куда можно ступеньки сделать? Так. Дорожка. Блин, нихера нема нормального. Ну сейчас что-то придумаем. Не, на гарву чего-нибудь. Так, давайте посмотрим из мебели. Что-то мебель. Кровать. Диваны есть? Кушетка. Во, есть кушетки. Их, по-моему, раньше не было. Ух, походу добавили. Так. Так, секундочку. Пускаем. Вот что диванчики добавили, это хорошо. Их раньше не было вообще. Какая-то радость. Так. Давайте что-то еще глянем, где-то их поставить. Давайте здесь еще пару диванчиков, чтобы четенько было. Хрена не вижу. Чё там за траблы? Блин, так. Блин, я не туда диван поставил. Бля, еще один раз не туда диван поставил. Диван надо убрать. Так, друзья, Кингу привет передавай. Передаю привет Кингу, короче, да. Так. Стул обеденный. Так, столы. Осталось сертехнику, наверное, выбрать, да? Мебель. Я тут рух встретил. Так. Где там техника? Телевизор. Так. Давайте сюда его поставим. Так, давайте еще сюда поставим. О, жесть. Я не, конечно, снимать, когда строишь, это жесть как.
потому что ты ни хера не соображаешь. Так, еще. Так, еще один телек. Телевизор. Так, давайте еще сюда поставим консоль. Консоль. Так, что еще у нас есть? Видео. Так. Холодильник. Холодильник нам нужен. Его мы поставим вот сюда. Так, сейчас попробуем его выдвинуть и поднять. Здесь у нас будет холодильник. Так. Водный бойлер. Водный бойлер будет у нас здесь. Вроде нормально все. Неплохо. Водная техника. Остальное. Батарея. Так. Можно эту хрень сюда поставить. Вот эту хренотень нужно сюда поставить. Так, что еще у нас есть? Тележка для чего? Рекламный щит есть. Сейф. Ну, в принципе, неплохо выглядит даже. Так. Опа, мани. Мани-мани, на. Так, что еще нам надо добавить? В принципе, что еще можно добавить? Может, света побольше? Давайте сделаем вот так вот. Поставим на ночь. И поставим фонари еще. Да, вот такие фонари поставим. В самый раз будет. Так, в принципе, неплохо смотрится. Да. Давайте и здесь такую хрень сделаем, чтобы было реально красиво. Так. Немного сюда. Так.
Так, вот так вот все делаем. Ты с нами куда? Куда? Чё, прикольно. Так, вроде нормально выглядит. Да, вообще чётенько выглядит. Здесь еще бы побольше света. Сейчас мы это исправим. Нужно больше света, парни, больше света. Так, фонарный столб. Так, едем, 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 едем. Так, еще чуть-чуть. Вообще красота. Люблю, когда много света, но охеренно просто выглядит. Кайф. Это снег или мне кажется? Наверное, не кажется больше всего. Так. Не знаю, можно, в принципе, еще парковочные места сделать. Но думаю, это лишнее. Так нормально. Давайте посмотрим сверху, как это выглядит. Так. Джетпак себе выдам. Чё, прикольно смотрится, кстати. Очень красиво. Может, за забором тоже сделать фонари? Хотя нет, это уже будет лишнее. Но так смотрится красиво. Мне нравится, мне очень нравится. Вообще четко. Четко просто кайф. Красотища. Блин, еще мало ТСТ, поэтому такая вот хрень получается. В принципе, нормально. Можно жить, можно, короче. Думаю, можно здесь закрыть проезд, потому что. Хотя ладно, пусть будет открыто. Можно. Ладно, то есть здесь тоже будет пусть открыто. Ну, в принципе, нормально. Ну, мой дом, как видите. 4 единицы в ключ. Отобран. А. Ну, в принципе, нормально все. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, рожайте. Всем пока, ждите новых серий.